В Хабаровском крае продолжается развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Благодаря совместной работе правительства края и операторов связи, доступ в интернет получили жители 230 населенных пунктов края. Это 97% населения края. Сотовая связь доступна более 99% населения района. В этом году мобильная связь появилась в поселке Долмир района имени Лозо и поселке Шумный Вяземского района. Стационарной телефонной связью обеспечены 240 населенных пунктов. Это 98% жителей края.